Конечно, я думаю, что полиция нравов должна присутствовать. Все-таки должен быть определенный контроль. Если не будет контроля, да, давайте уберем тогда просто полицию, и что будет? Будет хаос. Она должна присутствовать обязательно. Если касаться проституции, да, то ни в коем случае это не надо легализовать, что это такое, это извращение, это чему мы будем учить наших детей. Это с детства я должна сказать: дочь, ну ты смотри сама, но ты можешь стать проституткой. Ну я же так не могу сказать, правильно? Поэтому определенно это не должно быть никак легализовано. Вообще я считаю, что это надо искоренять. Но тогда мужики вообще тогда обленятся. То есть они не хотят ни ухаживать за девушкой, ни так далее. А для девушек я считаю, что это полное унижение. Это продавать свое тело. Но не для того вы были рождены, чтобы его продавать. И, конечно, сейчас проституция находится на таком уровне, я бы сказала, даже высоком, что даже в высоких кругах, да, шоу-бизнес, то и там модельный бизнес, есть дорогой эскорт, я вот буквально на днях об этом узнала. И, честно сказать, меня это вводит в паническое состояние, что люди, даже популярные, успешные, спускаются до такого уровня, продавая свое тело, являясь популярными людьми. Поэтому ни в коем случае никакой легализации, ни в коем случае нельзя это оставлять безнравственное без внимания. Поэтому за этим должен быть контроль и контроль. Другой вопрос, что этот контроль, будет ли он успешен, это уже другой вопрос, потому что все-таки коррупция, она слишком на высоком уровне.